6-й Георгий Сорокин, 7-й Иван Милованов, Антошкин, капитан команды, 15-й Андрей Соколов, Ван Кудзиев, номер 9-й капитан команды, Алекс, 10-й. Главные тренеры команд наших гостей, мини-футбольный клуб «Тюмень». Норильский «Никель» будет играть в Липецке. Вот. Санасян, Родригиньо, Шакиров, Нанда. А пока вот «Тюмень» вынужден обороняться, при том... Ой, перекладина! Перехват от Милованова. Это очень опасно. Вот Ляли наши. Это вот это опасно будет сейчас. Да. Вот 3-2. 3-2. Ну, Габриэль и штанга. Здесь очень здорово. Батарев теряет. Кудзиев. Падает Милованов. И гол. И гол, да. И гол. Здесь очень здорово. Батарев теряет. Кудзиев. Падает Милованов. И гол. И гол, да. Гол. Падает Милованов. И гол. И гол, да. Гол. И гол. Ну. Нет, нет. Ворота-то. Сбивает Родригиньо. Если бы такая позиция была бы, я думаю, что у Батырева Санасяна, я думаю, что он меняет его, снова отбирает. Тут борьба идет. Опа. Ну, я думаю, сейчас будет желтая карточка. Обыгрывает Соколова. Да. Вот очень. Ой, неплохо, да. Но не я уж не знаю, не как идет, сейчас. Шакиров. И как здорово о, сыграли, да. Шакиров. И как здорово сыграли. Да. Шакиров. И как здорово. Лев. Вот она передача. Не надо много. Вот она передача. Не надо. Вот сейчас выручает. Здорово, здесь разыграли, смотрите, да. Передача на Милованова. Угол острый. Тюмень, да. Фол. Вратаря гонялы. Антошкин. Очень неприятно. Вот и потери такие. Успевает. Все, да. Победу тяжелее. Завтра будет. 3-1. 13 по Москве, 17 по норильскому времени. Мы завтра снова в этой студии. Вы на своих экранах смотрите второй матч тура.